Вот в этих краях промышляли романтизированные ныне ямайские пираты, в частности, знаменитый капитан Морган. Я ведяшник приволок. Строго говоря, Морган был не пиратом, а скорее буконьером. Он как бы частным образом участвовал в войне с Испанией на стороне англичан. А когда с Испанией был заключен мир, Моргана арестовали и привезли в Англию, чтобы, так сказать, кинуть испанцам кость. Окончилось дело тем, что Моргана произвели в рыцари и отправили генерал-губернатором на ту же самую Ямайку. Здесь Морган умер в 1688 году и похоронен был на южном берегу, в Порт-Рояле. Пираты со всей округи съехались на похороны Моргана. Причем всем им английское правительство гарантировало неприкосновенность на время похорон. Салютовали 22 артиллерийскими залпами. Но вскоре случилось землетрясение, и кладбище, где был похоронен Морган, полностью ушло под воду. Так что капитан Морган теперь, как и положено, на дне. А на берегу здесь идет очень бойкая торговля, прямо на пляже. Лара выбирает какое-то украшение. Браслетик, кажется. А вот уже вечерняя торговля. И вечернее представление, что-то специфически ямайское. А сейчас начинается самый ямайский аттракцион – танец с бамбуком. Теперь каждый желающий может повторить этот аттракцион. Вот тут девочки пошли, и я сильно подозреваю, что эти ребята просто умеют хорошо двигать бамбук в такт перемещением танцующих. А вот мальчики прыгают. Через 6 с лишним лет мы увидели усложненный вариант этого аттракциона, уже с 4 бамбуковыми палками. Jamaicans are so... China, we brought him here. Mr. G.
а вот укротитель огня. Пытается сжечь себе руку, а теперь ногу, но у него не очень получается. Разумеется, огнеглотание. Его здесь очень любят. Вот такой огнедышащий дракон. А через 7 лет мы увидели огнедышащую драконшу. Еще один типичный ямайский аттракцион. Человек пролезает под планкой, а в конце над этой планкой разводят огонь. Палки с огнем могут располагать и друг над другом. И в каждом шоу такие вот матроны. А этот парень сейчас пройдется по стеклам. Кстати, самый роскошный номер за все наши путешествия был у нас в этом году на Ямайке. Это виды с нашего балкона. У нас салон с видом на море. Спальня.
и такая вот симпатичная кухня, которой мы мало пользовались. Плюс две ванных комнаты, стиралка, сушилка, все как положено. Будет видно? Сейчас. Конечно, наше главное вечернее развлечение – это прогулки вдоль моря. Там те же местные доминиканцы все это пили тоже, там все пили, пьяные все пили. Я даже не помню, какой там был берег, я помню, что нам все нравилось. Это что, первый раз в мире мы такое поехали. А вот и наш роскошный отель.